Ботан, опохмелиться не хочешь? Эй! Ты совсем охуел? Да, хер с ним. Ну, я уже начинаю, если что. Ну что, Жора, добегался? А приветствую. Да, передозировка это плохо. По себе знаю. Барбитура, аламинол, амфетамины. Хочется, конечно, дрябнуть иногда. Кайфлайф. Только после этого хренотень всякая мерещится. Нехорошая. Лаборатории какие-то. Капсулы бегают. Такая байда, что и врагу не пожелаешь. Господи, Гоменс. Вообще, я давно искал такого наркомана, как ты, чтоб за пачку таблеток мог придушить родную маму. Один хмырь в Бобруйске сильно мешает моему наркобизнесу. А нет, давай лучше сейчас поприветствую. Я хочу, чтоб ты сгонял туда и разобрался. Эх, всех приветствую, товарищи, с вами Волком. Что, сегодня... Проснулся? Да, нарколыга проснулся. Сегодня мы поиграем в Дяди Слендером в Синерджи. Ура, хоть что-то не про Портал. Короче, это такой мод к Half-Life 2, который добавляет... Мультиплеер! Но есть Гаррис мод. Ну, есть Гаррис мод, но есть и Синерджи. Синерджи вот... Нормальный сервак нашли хотя бы. Хотя бы без людей. Приперлись. Я почему-то... О! Брюньков, привет. Есть, а озвучки нет. Чё за дичь? Чё как? Так, погоди. Жу. Так, чё происходит? Чё? Погоди. Тихо. Вот так вот, ребята. Хотя бы нормально настроился. Сейчас Саня придет. Я пока тут. Психически неустойчивые личности. Сок. Меня зовут доктор Брунько. Женщина, хочу сразу вас предупредить. Сука. А та Саня там все еще там. Ща, погоди. Да, я разложу его. Так, что ведите себя хорошо. Так, тут... Да, блин. Опять у меня всякие дебилы заходят. Ботан, опохмелиться не хочешь? Эй! Ты совсем охуел? Не нравится мне, что там происходит. Мне нравится, что там вообще происходит. Ты разбил бутылку! 17. Я тебя поимею каким-нибудь не ломающимся предметом. Вот, например, вот этим пакетиком. Или что это вообще? Наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Вот, молока попей. Молока попей, на. Я здесь самый главный. Ты с кем разговариваешь? А, так, развлекаюсь. О, видишь? Ты видишь это, да? За порядком следят наши доблестные дружинники. Шутка. Ты видел, как я тут располагался? Нет. Ты запись? Да, все давно уже есть. Все, пиздуй, блядь. Пиздуй нахуй. Давай. Сука, чё вы? Все жирные такие. Охуел? Заходи. Привет. Эй, мужик! Иди нахуй отсюда. Назад! Сзади! Надо включить веб-камеры. Давай, веб-камера, выключайся. Итак. Сука. Что, обосрался?
Это ж я. А чё он на тебя? Кофтун, твой кореш. А я, смотрю, я тоже хороший. На маскарад. Я тайно работаю на просто... Брунькова, а заодно тайно достаю... Погоди, у меня что-то сенса не та. Преступного синдиката. Вот видишь, он тебя на меня смотрит. Что ты там хотел? Я сейчас очень сильно занят. Хватит трахать своего питомца. Погоди. Уж посмотри, кто тут. Ебать мою лысину. Кто я? Жора Фридман. Вот все. Кто я? Его недооценил. А ведь ты. Вот он тут, живой, и как огурцы. Ну как сказать? Ну и что прикажешь? По сравнению с этими двоими, ты негр. Тебе переправить? Как же он найдет мою конуру? Это ведь очень нелегко. Тебе в зубы сразу дать. Акуля, ему же не пять лет. Нет, не надо. Ладно, конец связи, а то... Это моё. А, это моё. Жора, с возвращением тебя. Ну что, Жора? Не удалось. Он чё, призрак, что ли? Он чё, как из Матрицы, что ли? Жора, давай сюда. Да не нас... знаю. Да я чемоданчик с собой заберу. Попро залез. Давай, ещё увидимся. Сука! Я самый нестандартный. Я туда-сюда. Гунчик. Блин. Всё. Чё? Да ничего. Поехали. О, Дэвид какой-то. Какой Дэвид? Хер. Он поднял мусор. Что? Что? Ты это видел? Чё? У меня привет. Только что кляннер был вместо этого. Сука, да дядя Ид был только что, а не этот. Изя? Да. Так, давай этого Дэвида кикнем. А чё, можно? Тут колвот можно уже. Давай. Сейчас. А, 4000, давай ты его. Чё 4? Мне 4000 секунд надо ждать. Это всем надо. А, ну ладно. Сука. Не, ну вы, конечно, даете. Меня оставили. Козлы. Так. Я понимаю, а ну маус может быть танк, а может быть и кнопка. Ой, пошел в жопу танкер. Зря ты сюда приперся. И чё ему надо? Ну все, торба. Может успеем съебаться? Поздно пить. Эй, петух, сюда иди. Ты кого петуху? Тебя назвал Зига. Сука. Сюда иди. Погоди, я немного застрял. Видишь вот это вот? Вот это на стене, видишь? Что именно? Видишь это на стене? Что? I buy power. А, ну у меня выключены это, этой хуйни. Почему? Потому что. Так, первым делом. Телевизор. Жух, он мой. Бросаем телевизор. Убегаем. Закрываем дверь. А Дэвид мне мешает. Побежали. Перемена сервера на Nexton изменится на Synergy Cap Escape Part 1. Чё? Не похуй. Что это? Короче, типа, карта типа хотела поменяться, но она не поменяется. Потому что мы так хотим. Спасибо, Кэп. О, гравити покарало Дэвида. А, он так он сдох, он упал. Ну, дебил, чё сказать. Да ты читаешь мои мысли, негр. Ты тоже негр. Какого? Эй, облава! Ай! Дома, а я убежал. Когда ты успел? Я просто убежал. Чё? Рома? Чё за... Чё происходит? Жора Фридман? Чё происходит? Чё? Пошли отсюда. Уйди отсюда от меня. Шкура. Пока мордовороты не очухались. Алкашня, за мной.
Посмотри им на него. Хочу посмотреть. Посмотри на него. Кто ему плюнул на лицо, слушай? Это какаха, это свекла, короче. Меня зовут Олеся Ченс. А чё вы все крутитесь? Я тоже хочу крутиться. Дай мелочь, а? Не дам! Дай мелочь, а? Не дам! Не дам! Какое сегодня число? Никакое! А ты почему сдох? Лучше спроси, кто я. Я ты дедушка. Что? Какой дедушка? Я дедушка. Ты сам даже не знаешь, кто ты. Это бывает такое. Кстати, у тебя глаза прикольные. Что с твоим лицом? Почему? А теперь спроси меня, какого хрена мы не можем ехать? А мы не. Фу, бля, мы не едем. А ты в курсе, что сейчас произошло? Что? Пиши килл. Килл? Как ты скучно, сладко. Говно. Зига. Во. Что? Не понял. Саня, не туда. Ты в курсе, что он поехал, а мы нет? Рома. Саня, спи. А чё? Стреляйте в него, меня не надо. Я хороший. How I suicide. Да стреляйте-то в него, я хочу. Мы нахуй походу без. Его наказывайте, меня не надо. А ты чё в штане, а? Нихер. У тебя 44 хп еще. У тебя 41 вообще. Нет, ты охерел. Бля. А тебя дома сейчас заносится? Не знаю, по-моему, доносится. Сейчас спою. Сейчас споет. Тебе один. Опа. Вот здесь вот. Кто? А чё, он ушёл? Как был пидорасом, так и остался. Рома. Почему она сейчас только что ничего не сказала? Хочешь пиво? В смысле, ты про изеламера? Я про вот эту вот шкуру. Я знаю. Какой изеламер? Не, я знаю. Да, кстати. А, это бразилец, ёпт. Зрачки расширены. А теперь, ребят, хотите немножечко магии? Смотрите, сейчас я пропаду. Рома, на меня смотри. Давай. Давай, я исчезну. Раз, два, три. Опа. Куда я делся? Пойди. Я хочу к тебе. Оттуда, кстати, уже не попадешь. Не удалось. Давай, я его отправлю. Не отправил. Всё. Ну ладно. Печалька. Ёжик вступает в игру. Ой, тоже. У меня плеер ёжик has joined the game. У меня что на русском, а почему у тебя на английском, я не потому знаю. Что у меня английский Steam. Говорю тебе еще раз. У меня и английская озвучка иногда проскакивает. Ты знаешь, что здесь написано будет, если это Кайф Лайф будет? Да? Я знаю. Ты, кстати, скажи. Прочитал, и ты... Я не прочитал это. У меня этого нету. Но ты же прочитал в Кайф Лайфе, верно? Я в Кайф Лайф не играл. Ну ты смотрел у меня тогда, когда я играл. Нет. Да че ты лжешь?
смотрел. У тебя просто Half-Life, а не Half-Life был. У меня Half-Life был, ты ко мне еще приходил, алло. А! Блин. А че меня подкинуло? Ой. Долбаный мутазой. Уже потрах. Костюм весь мне достался. О, у меня чувак играет в Cry of Fear. Прикольно. Клейнер. Да конечно, это. Это ламер. Что? Ёжик, отвали. Ёжик. Вы как туда залезли? А я вот сюда залезу. И куда там этот шарик убежал? В канализацию. А там шучу. Я думал, в эту трубу. В какую именно? Их там много. Блин, Ром, в твою трубу. Нееет. Сразу понял, о какой трубе идет речь. Я понял. Потому что ты ашот. Блин, жалко не это, CD Привет у Элая, а не тут. Сыкло залез. Куда? А, дайте аптечку. Слышь, найди меня. Алло. Ищи меня. Ищи тебя. Ты стоишь? Я просто интересно, ты говоришь, ищи меня, блядь. Он тут я люблю, тут я люблю. Кейлик. Это нельзя. Вы сейчас отправьте с ним эту херню. Я сейчас, я вставлю USB. Кстати, в оригинальном Half-Life 2 я сюда смогу залезть все же, но я должен сломать вот эту штучку. Но тут она не ломается, и это, кстати, странно. Я вставлю. Дэвид лох. Чё? Монитором хотел огрести Алекс, но не получилось. Не по... Ну, пацан, к успеху. What the fuck, Ром, если ты смотрел на меня, ты сейчас должен был... Я вижу. Ты видел, как меня крутило? Саня. Ой, USB вылетел. Я его снова вставлю. Это я вставил. Ром, Ром, слышь? А? Если ты увидишь, как я кручусь, то снимай меня. Сейчас, погоди. Ты скажи потом. Это я уже кручусь, слышь? Я вижу. И чё? Рома, а. Это будет превью. А с такой сенсой, кстати, нереально играть вообще. Не, знаешь, что надо сделать? Сенсивити. Вот так вот? Вот так вот надо. Что с тобой происходит? Блин. Что? Что происходит? Жора, я в шоке. Жора, я в шоке. Твой интеллект сильно прогрессировал. Куда я двигаюсь? Не могут. Куда я двигаюсь? Ром, посмотри на меня. Пойди, ты у меня над головой. Почему я... Ладно, нафиг это пати хард. На меня смотри. Вижу. Я красивый. Ну все ясно с ним. О, чувак застрял. Да ладно, где? Заходи. Захожу. Я хочу выйти. О. А кстати, если сейчас это повезет, меня может быть выкинет. Именно выкинет из этого, не сервака, именно из портала этого. Я понял. Помнишь, что было тогда? О. Не надо, дебил. Всем привет. Иди нахуй. Что?
Иди нахуй. Помоги, помоги! Что, сам умный, что ли? А, крендель. А в оригинальных Alpha 2 там не было Джимена. Ну тут его засунули. Он меня ищет, походу. Ну это 5. Меня выкинуло. В смысле? Куда? Меня выкинуло. Да ладно. Я выкрал в лабораторию, слышь? Меня в лабораторию выкинуло. Саня. Вот это повезло. Меня хорошо слышно? Может, скажем, плохо? Давай его ЧСВшить, слушай. Я, конечно, мог бы включить свою программку одну, но не надо, думаю. А чё, давай. Чё, я и вырезаю. Красавчик. Ой, точно, тут же этот. Мы сейчас дойдем до первой главы, а дальше видно будет. Похоже, Бруньков объявил боевую тревогу. Жора, а, убирайся здесь со мной. Ты еще можешь съебаться через канализацию. А. Ром, я тебе по секрету скажу. Воняет. Ты знаешь, сколько частей сделаешь здесь максимум? Сколько? Я бы тебя проводил. Очень дохера. Могу бросить работу. Естественно. Штук так 20-30 примерно. Но вспомнил, что лучше всего ты управляешься. Ломик! Дай сюда! Ой, елда, дай мне. Я вообще царь, я ничего не сломал, но я побежал. Можно я в задницу его? Рома, только в тюрьме, только в тюрьме. Да не, я имею в виду Дэвида. Да, в тюрьме, я же говорю. Не, знаешь, это особый случай. А мыло уронишь потом. Потом. Все свое время. Бляха-муха. Он мне что, в пятки, что ли, выстрелил, что мне одну броню снял? Тап. Прыгаю и нихера не прыгаю. О, красавчик. Здрасте, нахуй. Я нахуй. Рома, рамку. Слышь, можешь ударить по одной бочке? Ой? Не, не могу. Меня тут пиздит. Один раз можешь? О, доширак. О, дай мне, пожалуйста. У меня 18 хп. Так иди сюда. Да. Ударь там по бочке. Иди нахер. Ну один раз. Ой, я ударил. Левую, которая левую. Боже, ты так улетел. А, не туда. Ну. Ну. Рома. А. Мы вообще-то это. Алло. Погоди, так в смысле? Еще так это уже первым. Мы прошли ее. Алло. Так не написал уже глава, типа. Ну тут не. А, пишут. Вижу, все, вижу. Д1 канал. Ребята, все. Это я дебил. Все, я понял, все. Ребята, заканчиваем. Всем иди спасибо сюда. За просмотр. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите адекватные комментарии, а я всех взрываю, но это не точно. Я приношу сюда бочку, ее у меня забирают. Нет, не забирают. Бабах, короче, всем спасибо за просмотр. Глава. Мне язык заплетается. Всем спасибо за просмотр. Всем покедова.